Смотри, смотри, у него рот на лбу. Или это глаз? Да это ухо. Только почему-то квадратный. Бедолаги. Тяжело им, наверное, живется с квадратными ушами. Здравствуйте, земляне. Ёжик, уходим. Ну, и с каких же это пор мы так невежливы с гостями? Мы, наоборот, очень вежливы. Да у них вон уши квадратные, мы же над ними не смеемся. Мало не посмеяться над отличием другого. Лучше его заметить и оценить по достоинству. Да они, оказывается, славные ребята, хоть и с квадратными ушами. Что он говорит? Он говорит тебе, не расстраивайся из-за своих длинных ушей. Ты все равно хороший парень. Мы разные, и это здорово. Интересней будет подружиться. Не полетим. Я, конечно, мог бы помочь ему выпутаться. Да он, наверное, и сам справится. И зачем я буду ему мешать? А может, он и не запутался даже, а просто так играет? Или может, он опасный? Его специально связали, чтобы он никого не покусал. Бедняжечка, ты моя малибусечка. Запутался, перепутался весь, бедненький мой. А ты крош, ты какой-то бесчувственный. Мог бы пожалеть такого малюточка беззащитного. А чего это я его должен жалеть? Я считаю, что каждый имеет право запутываться где угодно и в чем хочет. Помогая другим, ты растешь над собой. Нюша, я давно хотел тебе сказать. Нет, пожалуй, лучше так. Нюша, крошка, я давно хотел тебе сказать. Нет, это не то. О, Нюша! Я давно хотел тебе сказать. Вы кто? Бараш! Ты такой разнообразный персонаж. Мне это нравится. А мне нравится тот. А мне этот. А мне Майкл Джексон. А мне вообще все нравится. Каждый из нас – разнообразный персонаж. Цените свое и чужое разнообразие. Еще пожелать-то? О, пусть у лосяша будет прикольный цвет. Немеренные
рога. И пропеллер. Да, да подождите же, романтичная вы моя. Инструкция. Чего? Вы забыли у меня инструкцию к вашей волшебной палочке. Вот. Инструкция. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Не поняла? Это что такое? А? Наверное, это Кроша и ежик. Я одолжил им еще одну волшебную палочку. Инструкцию! Дай им инструкцию! Не делай другому того, чего не желаешь себе. Лампочки, лампочки, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лампочки, лампочки, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лампочки, лампочки, лампочки. Привет, Каркарыч! Одолжи стремянку, а то у меня бутерброд к потолку прилип. Крош, ты что? Карычу стремянка сейчас самому нужна. Ёжик, да Карыч он настоящий друг. Ему для меня ничего не жалко. Верно, Карыч? Вообще да. Но сейчас, извини, дружище, никак не могу одолжить тебе стремянку. Ах, вот значит как, да? Значит, сегодня могу, а завтра не могу, да? А послезавтра я тебе вообще буду до лампочки. Вот это у тебя дружба называется. Ну и пожалуйста, забери свою стремянку. Не очень-то и хотелось. Крош, Карыч, он друг, настоящий друг. Но он же не может висеть в воздухе. Не ставь друга в неудобное положение. Побереги вашу дружбу. Дети. Пин, а Пин, а правда меня эта прическа очень стройнит? О, я думаю, что ты настоящий вундершон. Ну-ну-ну. Ну, что у нас тут стряслось? Он меня назвал? Я даже не поняла, как он меня назвал. Дружище, так не годится. Барышня даже не поняла, что ты ей сказал. Надо потрудиться быть понятнее. О, натюрлих! Вот, четко и ясно. Вундершон! Ну вот, совершенно другое дело. И что теперь делать? А теперь ты со своей стороны должна постараться быть понятливее. Вундершон. Очень красивая. Так я же об этом и говорю! Прежде чем обижаться на кого-то, постарайся понять его. Ну что, земли не видно? Ничего не видно. Но земля точно должна быть прямо по курсу. Ерунда. Земля где-то справа. Нет, прямо. Справа. Земля вон там. Нет, вот там. Это только твое мнение. А у меня совсем другое мнение. Все равно ничего не видно. Это потому,
потому что у тебя мнение неправильное. Да чего ты взял, что оно неправильное? Да потому что мое правильное. А двух мнений быть не может. Слыхал про такое? Двух мнений, говоришь? А ну-ка. Земля. Земля! 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 Ура! Земля! Земля! Ура! Земля! Мы спасены! Учитывая мнение других, мы расширяем свои горизонты.